что такое проявленность, для чего нам нужно проявляться и что блокирует нашу женскую проявленность. Вот сегодня мы поговорим об этом. Всем привет, меня зовут Мария Мустафина, я женский наставник, сертифицированный тета-практик. Как я вообще пришла к этому видео, что его нужно записывать? Я вела прямой эфир недавно в Инстаграме и тоже там говорила про проявленность, да, что уверенность в себе помогает нам проявляться. И у меня поступил вопрос как раз-таки в комментариях, что такое проявленность вообще в целом. И тут я поняла, что очень нужно новое видео. Напишите в комментариях, кто тоже не знал, что такое проявленность. Кто видел постоянно, что это слово мелькает в Инстаграме, это слово мелькает везде на Ютубе, но давайте разбираться, что такое проявленность. Для всех практически это слово означает самореализация. Ну, то есть я проявляюсь в этот мир. У меня есть какой-то талант, у меня есть реализация, я проявляюсь. Да, например, сейчас я проявляюсь в этот мир. Но не все так плоско, и проявляться на самом деле мы начинаем намного-намного раньше. Так вот, проявленность. Проявление. Когда мы, когда раньше распечатывали фотографии, их проявляли. Она была в таком тусклом черно-белом цвете, возможно, цвет сепии, да, и ее пускали фотографию в определенный раствор, где краски проявлялись. Проявлялись эмоции людей, проявлялись краски в одежде, цвета, и фотография становилась яркой, живой, полноценной. До этого она была как бы некой демо-версией фотографии. Так вот, проявляться — это являть себя этому миру. Но являть себя в каком ключе? Проявлять свои эмоции и чувства. Это тоже проявленность. Да? То есть открыто говорить о том, что я чувствую, какие у меня эмоции, как я ощущаю себя в определенный момент. Да? То есть проявляться мы начинаем в первую очередь с мужчиной, проявляться мы начинаем в общении с подругами, да, с нашими друзьями. Мы там проявляемся такими, какие мы есть. Мы проявляем свои чувства и эмоции. Дальше мы проявляем свои мысли, свое отношение к жизни, свое отношение к этому миру, свои ценности в этом мире. Да, то есть мы не прячем их внутри, мы проявляем их так, чтобы люди другие их тоже видели. Да, потому что высказывать свое мнение — это тоже проявление своего мнения, проявление своих мыслей. Мы все можем думать абсолютно по-разному на какую-то одну и ту же тему. И это же прекрасно. Если мы все будем думать одинаково, мир станет очень скучным. Пропадет творчество, пропадет креативность, пропадет в целом вообще смысл жизни, если все мы будем одинаковые. И получается, в нашем отличии друг от друга, получается, что в наше, когда отличаются наши мысли, отличаются наши чувства, это безумно интересно. Да, с таким человеком интересно общаться, с таким человеком интересно поддерживать какое-то общение и выявлять в ходе дискуссии что-то интересненькое, что-то новенькое. Да, дальше проявляться — это проявлять в жизнь свои ценности. Что мне ценно в этой жизни? Не прятать их, не делать вид, что я такая, как все, не делать вид, что я серая мышка, а проявлять свои ценности. Например, мне очень ценна реализация в работе, да, или, допустим, а мне ценно там материнство, дети, а мне ценно там путешествия, а мне ценно там шопинг или еще что-то. Да, то есть все мы разные, и у всех у нас в жизни есть разные ценности, то, что мы ценим в этой жизни. И если мы это проявляем, мы проявляем себя, нам становится легко, нам становится комфортно, и люди, видя нас такими, то есть с нами остаются те люди, которые с нами вот полностью солидарны, которые сходятся с нами ценностями, мнением, и это безумно интересно. Из этого всегда получаются очень классные союзы. Ну и, конечно же, следующий фактор, да, когда мы научились проявлять свои эмоции, свои чувства, свои мысли, свои ценности, мы больше не прячем себя, мы проявляем себя. И вот здесь следующий этап — это, конечно, самореализация. Когда мы проявляем в этот мир наши таланты, наши особенности, нашу уникальность, нашу непохожесть и самореализуемся. Да, то есть чем я цена для этого мира, что я могу дать этому миру, да, что полезного я могу дать людям, чем я отличаюсь от других, что во мне есть такого, что я могу подарить этому миру. Это проявленность, это самореализация. И если мы с вами, допустим, если у вас есть запрос на самореализацию, как найти свое предназначение, как найти свой путь, да, то есть понять, чем мне заниматься в этой жизни, то нужно начинать проявляться. И проявляться вот самых тех первых пунктов, которые мы обсудили. И теперь получается следующий вопрос. Почему тогда так многие люди не проявляются? Почему многие люди прячут свои чувства, свои эмоции? Почему им проще просто сидеть тихонечко в уголке,
и, допустим, делать вид, что они ни о чем не думают, что они совсем солидарны и совсем согласны. Есть несколько причин, да, то есть очень много травматики из детства, когда нам в детстве запрещали проявляться. Если самое банальное, самое элементарное, и хейтеры в комментариях напишут: «О боже мой, все как у всех, все как всегда», но это действительно правда. Когда вы, допустим, в детстве громко кричали в магазине, а мама говорила: «Тише, тише, ты что кричишь? Ты что кричишь? Ты сейчас людей распугаешь». А, допустим, у нас были эмоции, у нас были чувства, нам было очень радостно или нам было очень грустно, и мы проявляли эти эмоции, и в детстве нам их глушили. Или вы ехали где-нибудь в маршрутке, в автобусе, увидели щеночка на улице и кричите: «Мама, боже мой, какой маленький щенок! Какой он милый, какой он приятный, какой он классный!» И мама опять: «Тише, тише, тише!» Да, и мы в детстве не понимаем, что нужно просто убавлять громкость. Мы это понимаем так, что нельзя проявлять свои эмоции и чувства. Нельзя. Это будет плохо. Я буду наказана, меня не примут. Да, то есть меня заберет какой-то дядя, вызовут какого-то полицейского, да, отголоски опять к детству. И мы просто запоминаем эти модели. И получается, что есть несколько негативных программ, которые я сейчас отслеживаю, которые я отслеживала у себя когда-то, которые я отслеживаю у девушек, у женщин, которые ко мне приходят. И я сейчас поделюсь несколькими из них. Я их приготовила. И с чего бы мы начнем? Да, то есть, ну, давайте так это и назовем. Что блокирует нашу проявленность? Первый и самый важный пункт, самая важная негативная программа, которая нас ограничивает, которая нас все время принижает куда-то, это программа, что я не цена. То есть смысл мне проявлять свои эмоции и чувства, если никому нет до них дела? Зачем мне проявлять свое мнение, если оно никому не нужно? Да, то есть смысл от этого всего. Зачем мне проявлять свои таланты, если эти таланты никому не нужны? Да, то есть эта программа «я не цена». Она у нас закладывается также в детстве, да, то есть в детстве были какие-то ситуации, которые заложили как раз-таки эту программу, создали этот негативный сценарий, что я не цена, все, что бы я ни делала, какой бы я ни была, я не цена этому миру, я не цена этим людям, да, и вот если мы посмотрим на, знаете, женщин, такие серые мышки, то, как правило, у них безумно процветает эта программа неценности себя. Если я выскажу мнение, со мной что-то будет не так, да, или вообще зачем мне высказывать свое мнение, я не цена, я никому не нужна. И получается, что с этой программой можно работать, как и со всеми остальными. Следующее, если я покажу себя настоящую, то люди от меня отвернутся. Это можно отнести и к негативным установкам, и к негативным ограничивающим программам, да, то есть если я высказываю свое мнение, если я показываю себя настоящую, то люди меня не примут, люди меня осудят и отвернутся от меня. Самое страшное в этой ситуации, что я останусь одна. Для человека, мы люди социальные, нам безумно важно быть в социуме, нам безумно важно быть одобряемым социумом. И если мы остаемся одни, то для нас это практически как страх смерти. Если я останусь одна, я умру. Поэтому остаться одной безумно страшно. И мы начинаем адаптироваться. Мы начинаем быть хорошими девочками, мы начинаем быть удобными, мы не высказываем свое мнение, мы не идем против общества, мы не идем против людей, мы забиваем на свои желания, на свои мечты, на свои цели. Да, ведь это тоже очень важный фактор проявленности — проявлять свои желания в мир, высказывать свои желания, свои мечты, свои цели. Как мы без этого? Если у нас забрать наши желания и мечты, то от нас останется какая-то серая масса, да, и наша жизнь станет серой, и нам от этого будет явно нехорошо. Следующая программа. Чтобы благополучно жить, нужно подстраиваться. Да, эту программу нам тоже закладывали многие в детстве, когда действительно нужно было подстраиваться под государство, под общество, под людей, да, чтобы хоть как-то выжить, все скрывать свои таланты, скрывать свои особенности, да, вспомните историю про СССР, да, когда мы все равны, мы все одинаковы, да, и вот чтобы выжить, чтобы благополучно, спокойно жить, нужно подстраиваться. Времена изменились, а программа осталась. Сейчас эта программа нам безумно мешает, сейчас эта программа как раз-таки делает нас серыми мышками, которые совершенно ничего в жизни не получают, совершенно не создают никакого изобилия, не самореализуются и боятся даже сами себе признаться, о чем они мечтают. С этой программой тоже можно работать. Следующее. Если люди меня увидят, я стану заметной, и это опасно. Это негативная программа о том, что страшно, когда на меня обращают внимание.
если люди меня заметят, да, то есть как, если я буду проявляться, то люди меня заметят. Если люди меня заметят, я стану заметной, видимой, и эти люди могут нанести мне какой-то вред. Да, то есть я боюсь вот этого вреда, что меня осудят, это может быть физический вред, да, что на меня могут тыкать пальцем и что-то говорить, про меня будут говорить плохое, будут пускать слухи, будут говорить какую-то ложь, да, как раз-таки, если мы говорим о современном мире, то привет всем хейтерам, да, которые просто несут невероятнейшую чушь, сами при этом не понимая, зачем это делают, да, и нам страшно от этого, мы не хотим, чтобы на нас был такой нападок условно, который мы сами придумали, да, и мы не проявляемся, все. Лучше я буду вот ниже травы, тише воды, или вот как вот эта история, да, и тогда мне будет комфортно, тогда мне будет безопасно. Эти программы тянутся к нами по генетике, эти программы тянутся очень издалека, они в нас есть, и их тоже можно исцелять, потому что время изменилось. Сейчас время другое, и наша задача очищаться от тех программ, которые не продвигают нас по жизни, которые не продвигают нас к нашему прекрасному изобилию. И следующее, что быть серой мышкой проще и безопасно. Да, то есть если я буду таким средненьким, сереньким человечком, то это на самом деле безопасно, это очень комфортно. Да, это отголосок предыдущей программы, просто он такой более ярко звучит в плане серости. Да, потому что если мы говорим про яркого человека, то этот человек всегда яркий не только снаружи или не обязательно снаружи и внешне, он яркий внутри. Откуда берется его яркость? Это его проявленность. Он проявляет свои эмоции, он проявляет свои чувства, он проявляет себя в этот мир, свои ценности, свои мысли, свои желания, свои мечты, свое мнение, свое видение на эту жизнь, свое видение какой-то ситуации. Например, как я отношусь там, к семье, как я отношусь к путешествиям, почему это важно, почему не важно, как это делать. Да, или там, как я ухаживаю за собой, что я считаю по этому поводу. Абсолютно все. Да, или там, как я отношусь к правильному питанию, к веганству. Абсолютно все. Получается, что пока мы не проработаем эти негативные программы, они будут нами руководить. И самый главный прикол, знаете, в чем? Что мы будем думать при этом, то есть нами руководят эти негативные программы. Но мы в этот момент думаем, что мы просто скромные. Или, ну, просто я необщительная. Или, ну, просто я не люблю взаимодействовать с людьми. Все хорошо, все классно, я просто не люблю взаимодействовать с людьми. Или вот еще, я просто интроверт. Да, то есть сейчас как раз-таки многие говорят о том, что интроверт, экстраверт — это вообще история неправдоподобная, да, нет никаких научных объяснений этим понятиям, и это можно тоже считать за отмазку. Я не хочу проявляться, я боюсь, мне страшно, я считаю себя неценной, я считаю, что люди могут нанести мне какой-то вред, я закрываюсь дома, и чтобы хоть как-то оправдать себя, я говорю, что я просто интроверт. Мне просто удобно дома, мне просто удобно ни с кем не общаться в этой жизни, мне удобно вообще никак не взаимодействовать, не работать. Вот я просто сижу, да, в своем углу, как мышка в норке, и мне хорошо. И когда мы перестанем оправдывать себя, когда мы научимся быть честными с собой, а честность — это одна из добродетелей, которая продвигает нас в сторону изобилия всегда, да, и когда мы будем честны с собой, мы поймем, что на самом деле нет, я бы хотела общаться с людьми, я бы хотела проявляться, я бы хотела чувствовать себя при этом спокойно и легко, я хочу ощущать эту внутреннюю свободу, что я могу просто быть собой, я могу спокойно высказывать свое мнение, и меня принимают, и меня ценят, и меня любят, потому что в первую очередь я ценю себя, я люблю себя, я принимаю себя, это мнение ценно мне, мои таланты ценны для меня. Мои особенности, то, что я хочу делать, мои желания и мечты — это ценно в первую очередь для меня. И это самое важное. Думаю, что на этом у меня все. Напишите в комментариях обязательно, как вы теперь думаете о проявленности, кто хочет раскрывать свою проявленность, да, то есть какие мысли, какие идеи у вас возникли после прослушивания этого видео. Отправляйте видео подругам, друзьям, ставьте лайки, комментарии, мне будет это безумно приятно, я буду видеть вашу обратную связь и еще больше загораться, чтобы еще больше делиться и творить. На этом у меня все, и до встречи на следующих видео. Пока-пока!